Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 984, события дня. Екклесиаст 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. За 26 августа 2018 года. Ну и дальше, как объявление, прочитать можно. Воскресный день. Всегда встаем в одно время. Ну, есть тут кое-кто пытается не вставать. Вчера тут беседовали с Виталием. Чего же лежать-то, когда рядом, через ширму. Володя гремит посудой, на всех готовит. Один там в интернете. Встань, Слово Божие, почитай. А сложиться можно в любое время. Можешь в 9 ложиться. Ну, чтобы 2 часа было после ужина. Чтобы потом не болеть желудком. А ужин в 7, все, тебе больше ничего не надо. 9, лег. Ну и что получается? Почти 8 часов. Что же не выспаться-то? Это же не шмель, чтобы спать подряд 4 месяца. В храм была литургия, причастники. Накануне была гроза. Вечером не проверили мордушки. С Сергеем Пупковым пошли еще до богослужения. Проверили. Ясное дело, что почти все ушло. Мало. Ну, днем, вечером еще в 6 часов проверили. Вот уже время-то идет. Ну, днем смотрели. Я-то видел не раз эти фильмы. Оперативный псевдоним. Большая, многосерийная. История. Главный герой погиб. Погиб наяву. Александр Дедюшка. С семьей, женой. С ребятишками. Вот все. Так вот вечер. А тут позвонил Алексей Сисков. Алексей Семенович из Корчина. Он болеет. Это бывший главный агроном. Мой крестник, сын двоюродной сестры, очень больной, просит помочь дрова расколоть. Будет время или нет, я людей никуда не отдаю, а тут сегодня сразу 3 выезжают. Володя, Сергей и Виталий на понедельник. А вечером богослужение, потому что завтра, то есть во вторник, покров Пресвятой Богородицы. Так называется праздник. То есть смерть Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа по земному. Вот такой день. Событий таких никаких нет. Интересно. Поставил тут ролики некоторые. Сейчас покажу наши ресурсы. Вот мой мир, я очень люблю его. 4.00. Сейчас гляну. 4.00. Утро раннее. Сейчас только уже. Я уже давно тут. На 2 минуты у меня меньше. Вот. Форум наш. 1600 тем больших, полных. И пока сзади не сдвинул. Вот. Поставил ролик вчера. Нарушение в просьбе просто снять богослужение. То есть мы были на Костровом, Симаковском пруду.
работали, а в это время батюшка там вынос креста был. Ну, мы не можем никак бросить работу, потому от нас отрядили Виталий, сказали снять богослужение, оно в году раз такое, дома можем прослушать, помолиться. А он начал крутить камеры, ну и из этого возникла неурядица, сказали. Он, ну, с батюшкой беседуем здесь, вот нарушение, это второй номер и первое, это, там ничего и нету. Ну, вот, посещаемость вчера показать за день. Вот. Житие святого 23 часа назад, 9 просмотров. А нарушение в просьбе просто снять богослужение 4607. Видите как? То есть житие святых не хотят знать. Но Иоанн Златоуст, прямо взятый из книги Иоанна Златоуста, вот беседа 25 на бытие, 47 просмотров. Вот. Невзирая на лица проповедь. Так, что я не вижу. Ну, добротолюбие это вообще мало. То есть не смотрят. Добротолюбие это тоже не видать где-то. Ну, вот так на этом. И там ругательные, там невозможно. Виталия, а Виталий, что он просто прорвал этот пузырь, вот эти вот ролики-то. Вылезли там, ну, как раньше писали в журнале «Огонек», большой журнал, массовый. «Чертовщина» называлась тема. И вот про это всю бесовщину. Ничего нету. Я бы посмотрел, а что у них есть. Задать вопрос. У нас не так. Не так. Ну, не так. Ну, надо понимать, что не так-то это для тебя. А ты мог бы сделать там беседу вот эту? Нет, конечно. А почему? Да у него ничего нету. Все. Где-то кто-то, к кому-то он приехал. Мы нигде, на пустом месте. 21 тысяча порушенных сел. Тысяч! Это в одном селе разрушенном. Походи, посмотри. Стояли дома, теперь все заросшее, брошенное, заброшенное кладбище. Дорог нету, ничего нету. Да пруды все прорвано весенним. Вот это один только, один пункт, посмотри. А таких-то 21 тысяча и больше 10 тысяч на ладан дышат. Там 1-2 человека только. И много ли таких, которые взяли бы землю, с нуля начали восстанавливать ее, и еще все православные, никто не курит, не пьет, не матерится, не ворует. Ну, не лгать. Покажите, мы съездим, поучимся. Да нету ничего, больше нету. Мы идем совершенно непрохоженной дорогой, и государство никак не помогает. За свой счет начали делать, и трансформатор привезли, и столбы ставили, и школу построить, и храм. Все своими силами. Пруды, дороги. Где это видано, чтобы дороги делали сами? Ну, покажите. Назовите конкретно. Ничего же нету. Нет, у нас ни примера никакого нигде нету. А так злоба давится. На этом фоне человек видит, что он никто, букарашка. Везде пьянь, матерщина, безобразие. Вот. А здесь все выявляется. Вот он делал не так, стал снимать, не понравилось, сделали замечание. Вот. Что из этого было? Я показываю, как это, как говорят, разрулить ситуацию. А вчера, конечно, кто главный был недоволен здесь, вчера он сам изъявил желание дать разъяснение. Это будет дней через 10. Алексей Устинов, он поясняет, что это такое. То есть его старообрядцев-то увидят, что он был в храме, и нападают на него. Он: «Я не хочу, чтобы дети жили без Бога». Поэтому она, мы-то новообрядцы, как говорят, не коньяне. И же ни обстановку, ничего не знают. А почему безбожники? Демоны зла вырвались на свободу. Матерщина каждый день. Но вообразите, что только вот на моем канале, а какой канал-то? Ну, небольшой канал. Хотя так сказать уже и трудно. 22 369 подписчиков. Просмотров 22 611 458 на сегодня. Сегодня у нас 27 уже августа 2018 года. Вот сколько у нас тут, можно даже посмотреть. 12 300 роликов наших, не чужих, своих. По тематике все это, по плейлистам. Вот. И вот нападает. Нападает, а ничего же нету. Только заблокировать пришлось более 6 тысяч ругателей, матерщинников.
совершенно не туда попал. Да что это? А один и тот же ролик смотрит, жрут и жрут, а я с голоду подыхаю. То есть он подыхает и смотреть не может, и злобится. Вора поймали. Воруют 300 литров горючего. Ну, кто может одобрить вора? Только вор. Грозятся, да это как так? Да разве можно его задержать? Вора не надо задерживать. Надо ему прям домой было отвезти. Ну и что, кто это скажет? То есть не думает ни о суде Божьем. Ну, ничего нету. Это все осколки еще той безбожной власти. Вот оно теперь все так и идет. От них дети нарождаются. Грязь да мразь. Как один написал, говорит, дрянь да срань подзаборная. И вот отзывы дают. Вот у нас кто-то был здесь, он не выдержал. Ну, не выдержал, планка высока. Да разве это высока? Апостол Павел говорит, на ресталище, на стадионе бегут все, но награду получает один. Итак, бегите, чтобы получить. Я не просто руками махаю, а чтобы получить награду. Какая награда? Царство небесное. Ничего нету. Вставать рано, работать в поте лица. То есть я вот не просыхаю. Мне 79 лет. И с утра до вечера с ребятами, а, никогда дед не работает, только лезет. Нигде я не работаю. Понимаете, что как? Я не работаю. А ты спроси тех, которые рядом работают или нет. Молодые все время жалуются. Упариваешь, говорят, мы не успеваем. Ну, им не надо ничего. Демоны зла вырвались на свободу. Один ответ. Один ответ. Все абсолютно. Там про царя Николая разговор я веду. Прямо лопаются от злости. Кого вы там канонизируете? Там встреча у меня с католиками. Я подошел под благословением к ксензу. Там прям умирают. Ну, ты не подошел, я подошел. Ну, рядом со мной тебе показать, кто стоит. Алпеев, Ротов. Покажу тебе всех архиереев, которые это признают благодатность священца. Да, они не так, бритые, проще. Ну, тебе-то какое дело-то? Ты совершенно чужой человек, на чужой ресурс пришел. Ну, злобится матерками. Три слова, и все матершинные. На Б, П, Х. Вот это только на эти буквы склоняют. Ну, а система их сразу выбрасывает. Отдельно я должен посмотреть и разобраться с ними. Система там по всем падежам она ловит их. То секта. Дети ягоды собирают. Секта. Играют там соревнования у детей. Кто быстрее кружку там с водой донесет. Секта. То есть они никто. Но им зарядили, роботы там это ставят, и кто-то работает. В один день более 150 ругательных отзывов в один день. Нападкам подверглись позавчера выходит, более 30 роликов в одну ночь. Это еще нормально? Ну, больше меня, может быть, только Путина ругает, и то не знаю. А у них еще есть? А ничего нету. Нету. А тут есть община, люди, труды, книги, новые души обращаются. Делаются священниками, из сектантов приходят, из руководства их. Делаются православными, евреи, мусульмане, русские, христиане, там, еретики разные. От ничего нету. Нету. А что у него может быть-то? Никак. И там и быть нечему. Ну, вот так. События, это вчерашний день. Ни на воскресенье, ни на еще не отдых сатана никому им не дает. У нас радостная жизнь. Я могу похвалиться моим Господом, что знаю Господа, что сделал меня счастливейшим человеком. Так признают в интернете, что более счастливого не встречали. Не один я это говорю. А говорят, я все время повторяю. Я попал как-то на небольшой Сабантуй день рождения, там, кажется, 4 или 5 генералов. И вот и они это говорят. Говорят, почему счастливый? Потому что с Богом. Ну, на этом сегодня все.